Младшему сыну академика Петру Александрову особенно дороги несколько магнитофонных кассет. В 1978 году он записал на них интервью с отцом. Анатолий Петрович редко о себе рассказывал. Во-первых, из-за большой занятости. Во-вторых, в силу секретности своей работы. Ну, он очень сильно сопротивлялся, но в конце концов увлекся этим делом. И мы, так сказать, всю зиму по субботам, воскресеньям записывали то, что он рассказывал. И вот эти вот кассеты... Магнитофонные. Вот они вот здесь вот. Но за много лет пленка пришла в негодность. Вернуть ее к жизни взялись опытные специалисты студии звукозаписи. За несколько дней кропотливой работы им удалось восстановить большую часть интервью Анатолия Александрова.